أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تهوهام. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. ليوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا. Это путешествие начинается с момента, когда из человека выходит его душа, когда этот человек умирает. Затем оно продолжается в его могиле, в судный день, когда будет расчет. Весы, мизан, мост, сират, вхождение в рай или вхождение в ад. Это долгое путешествие, и все люди должны будут пройти его. Ты умрешь. Придет. Наступит тот момент, когда ты умрешь и покинешь эту дунью. Всевышний Аллах говорит: каждая душа вкусит смерть. Каждый вкусит смерть. Всевышний Аллах создал нас, сотворил нас, дал нам жизнь для того, чтобы мы поклонялись Ему. Могила Его сжала. Могила Его сжала, а потом Ему было дано облегчение. Никто из нас не спасется от этого сжатия. Когда люди понесут тебя на плечах, ты окажешься одним из этих двух. Либо ты скажешь: «Несите меня вперед, вперед!» Либо скажешь: «О горе! Куда со мной идут?» И все это по причине твоих дел. Так что же ты подготовил для того дня? Аминь.